Нами проведется сторонний анализ ситуации в сельском хозяйстве. Полученные данные позволяют утверждать, наши жители будут полностью обеспечены качественными продуктами местного производства. Ведется работа по обеспечению финансовой безопасности. Полным ходом идет работа по восстановлению банковской системы. Для чего же открыто соответствующий законопроект? Решаются кадровые вопросы. Мы ведем ежедневную работу с представителями бизнес-сообщества. Проводим консультации с предпринимателями, представляющими как малый, так средний, так и большой бизнес. Сейчас ведется работа по разработке законодательства, которое регулирует налоги и сборы. Полный пакет документов, которые будут разработаны в течение месяца. Уверен, это позволит создать комфортную и гибкую систему взаимодействия между властью и бизнесом. Из этого всего станет эффективное функционирование экономики. Мы должны выстроить экономическую модель таким образом, чтобы каждый житель республики смог без правовочек открыть свое дело, почувствовать себя хозяином своей судьбы. Одним словом, работа здесь просто огромная. Давайте.